образиться, и шкода, что из ваших детей, из ваших внуков и правнуков будет вам, ви, ваши будут отвечать, потому что вы, будучи приходили на встречу с выборцами у будинок металлургов, вы подняли свою правую руку, я сидела на другом ряду, и вы подняли руку и сказали, нехай мне відсохне моя рука, если я заложу свою руку у кошти бюджетні і моїх мешканців. Так ви заложили руку вже, нас продавши, на якій підставі наші заяви попали у департамент і заключили договори з нашим містом. Це правопорушення.